Девчонки, поздравляю всех с тем, что завершился первый открытый Кубок Украины по пляжному футболу, который принес нам очередной рекорд. Четвертый год подряд максимальное количество команд. Доселе такого не было. 12 коллективов приняли участие в нашем турнире. Хотелось бы всех еще раз поздравить с тем, что вы выдержали полушедшее солнце, накал страстей. Не было явного фаворита, и это было очень хорошо, потому что все команды имели право, имели возможность выиграть этот почетный трофей. Хотелось бы передать слово сейчас президенту Ассоциации пляжных видов спорта Михаилу Савлюку, одному из организаторов турнира. Пляжного футбола Одессы и Александр Шишков, бывший игрок сборной Украины по пляжному футболу. Здравствуйте, девочки. Очень-очень приятно было на вас смотреть. Я один из немногих, кто помнит женский пляжный футбол, наверное, с самого начала в Одессе, вместе с Геннадием Васильевичем, когда все это начиналось. И мы, как ассоциация пляжного футбола Одессы, всегда говорим о том, что как только женский пляжный футбол станет олимпийским видом спорта, мы будем считать свою задачу развития женского пляжного футбола. Поэтому вы сегодня первые ласточки, первые, скажем так, идете пробные первые шаги в пляжном женском футболе. И я вас уверяю, что 4, может быть, еще один цикл олимпийский, и все-таки пляжный футбол станет олимпийским. И кто-то из вас, возможно, будет защищать честь сборной Украины именно на Олимпиаде, на соревнованиях такого высокого уровня. Поэтому я вас поздравляю с финалом. Я хочу поздравить команду «Отрады», команду «Отрады», команду «Отрады». Хочу поздравить команду «Отрады», что девочки приехали из Западной Украины. Слово предоставляется легендарному футболисту Одесского Черноморца, Днепропетровского Днепра и очень многих других команд футбольного клуба Одесса. Валентин Полновец. Председатель комитета женского футбола Одесской ассоциации спортивного маркетинга Оксана Макарова. Наших почетных гостей занять место за столом с наградами. У нас, кроме того, что есть главные призы, Ассоциация женского футбола Одесской области во главе с Юрием Николаевичем Борщенко учредила еще несколько призов, утешительные призы. И начнем, наверное, с приза «За волю к победе». Этот приз получает команда «Атлетика Одесса». Приз зрительских симпатий. Очень тяжело было определить команду победителя в этой номинации, но ввиду того, что одна из конкуренток заняла место в тройке, этот приз достается команде «Торпедочка Николаев».
также учрежден приз за самый красивый гол турнира. Тоже было много разных вариантов, но все-таки организаторы сошлись во мнении, что самым красивым голом в турнире был гол Натальи Коджи. Можно сказать, что это две Натальи Коджи. Индивидуальные номинации лучшим вратарем турнира единогласным решением организаторов была признана вратарь команды «Атлетик» Юнга Филипенко. Лучшим бомбардиром турнира стали две футболистки, однако одна из них забила свои 6 мячей в одном матче. Поэтому приз достается Александре Климовой. Лучшим игроком турнира была признана игрок команды «Атлетика» Анна Величко. Ну что ж, самое вкусненькое. Третье место в турнире заняла команда, которая всего лишь второй раз участвовала в турнире по пляжному футболу. Это наши почетные дорогие гости из Каменца-Подольского. Команда по футболу команда «Атлетика» Одесса. Чемпионами турнира, а именно обладательницами первого открытого Кубка Украины по пляжному футболу стала команда «Отрада Одесса», капитан команды. Теперь будет.
девчонки, спасибо большое за участие. Ждем вас в следующем году на Кубке Украины по пляжному футболу. Девочки, не расслабимся, давайте сделаем фото. Да куда пошла? Понюхайте!